Ну что, вы там поспали уже? А? Поспали? Чмергесы. Сейчас пойду заводить мотоблок. Но у него он кусит. Таних он балдеет. Лежи, сама без поводка. Пришла, я ей постелил пуховое одеяло. Перину. Синдипон толстый. Да? Поела, уже начинает наблюдать за всем там туда-сюда. Уже сегодня первое воровство сделал, молодец. Ты шакалишь, да, ходишь? Не знаешь, чем себя занять? Покопай ямки. Ты же знаешь, у нас здесь как после бомбежки. Успеваем только кусты потом весной сажать. Сейчас надо будку калача с щенками, только руки освободятся. Куплю материалы. На вольер надо. Дофига чего надо. Стой. Стой. Ну вот он, зараза. Ползет уже. Да? Траве-то. Так что вот так вот. Сейчас пойду попашу. На огороде попахать. То с этими выездами как бы это не так, все немножко пролетело. Ну тут немного, но зацветайте. Лучок зашел туда-сюда. Вот цветочки. Вишня цветет. Клубника. Смородина. Вот мой зверь. Сейчас я его тут. Гайки-то я ему сейчас накручу. Вот тут. Полетит у меня 100-200. Ой. Тогда помню, их в Ашане что ли покупал где-то. Сказка грядка. Так что вот так вот. А это все ждет, когда я выйду, да? Ждешь, когда я выйду? Все, все, все. Гуляйте, гуляйте, комары уже жрут. Щенки вон. Не ходи к Татьяне. Я знаю, что там еда лежит. Но она тебе сейчас не даст отпора. Ты это знаешь. Иди отсюда. Пошел отсюда. Пошел. Направо, да, спокойно. Да, 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 да. Давай, давай, давай. А нет, кус это все-таки зацвел. Все-таки ты его не зассал до конца. Буфни еще. Кто это сделал? А? Кто это сделал, Соболь? Ты? Ты это сделал? Кто куст весь заметил, а? Кто куст весь заметил? Ты? Все, будешь наказан. Жестоко. Я тебе сказал, в монастырь отправлю. Значит, в монастырь. Да нет там уже злать ничего. Все, я ему отпилил уже давно. Твой куст. Ну, не весь зашел, конечно, но частично. Что-то Златка подгрызла. И там воюют, уже проснулись. Зевоты. Ну, хорошо, поели-то.
полная корыта была. Не буди зверя, нарвешься на Алдана. А ты что на меня косишься? Тебе скучно там? Ладно, все, пойду я. То время идет. Всем хорошего настроения, позитива. Забейте на сплетни, на всю ерунду. Люди, оказывается, больше всех знают, чем я, что у меня. Удивительный народ, конечно, сказочный. Шестая палата. Всем удачи, ребята.